отказать, и мне не выплатят по полису, но в нем все предусмотрено. Сожалею, миссис Хоггинсон, но наши обязательства оговорены в параграфе 17. Там ясно все сказано. Извините. Слушаю, Боб Парр. Я звоню по поводу великого события. Наш переезд, наконец, завершен. Да, чудесно, родная. Предыдущие 3 года не в счет, потому что... Потому что последняя коробка распакована. Событие века. Ха-ха-ха. Зачем столько барахла? Ты знаешь, у меня тут клиент. Все, иди спасай мир от полиса к полису, дорогой. О, пора забирать детей из школы. Все, пока. Пока. Извините, вы ко мне? Я очень ограничена в средствах. Если вы мне не поможете, я не знаю, что со мной будет. Хорошо, слушайте, я хотел бы помочь, но я не могу. Я хотел бы посоветовать вам отнести полис Норме Уилкокс на Норма Уилкокс. Уилкокс. На 3-й этаж. Но я не могу. Я также не советую вам заполнить бланк формы С-28 и отнести его в наш юридический отдел. Я не жду, что с вами свяжутся. Я помог бы, да только не могу. Спасибо вам, молодой человек. Поверьте, что мне очень жаль. Поплачьте. Хорошо. Уокером выплату утвердили. В доме совершен взлом, мистер Ревк. В полисе неоднозначно оговорено, что подобные ситуации... Меня не интересует, что там оговорено, и не надо перечислять. Но почему мы из-за вас должны терпеть убытки? С какой стати вы выписываете чеки каждому неудачнику и каждой страдалице? Стоит им заявиться к вам!